Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за немецким догом. Добрый характер, высокий интеллект и яркий внешний вид – таковы отличительные черты немецкого дога, собаки, которая способна стать идеальным питомцем для самых разных типов владельцев. Сложно ли ухаживать за представителями породы? О чем важно помнить желающему завести себе такое животное? Давайте подробнее рассмотрим основные особенности ухода за немецким догом. Немецких догов нужно беречь от травмоопасных ситуаций. Представители породы склонны к проблемам с суставами и костями. Это особенно важно иметь в виду, воспитывая щенка немецкого дога. Собаке нельзя давать чрезмерные физические нагрузки. Шерсть немецких догов не сложна в уходе. Достаточно один раз в неделю вычесывать представители породы специальной массажной рукавицей или щеткой с мягким ворсом. Весной и осенью специалисты рекомендуют проделывать эту процедуру 2-3 раза в неделю. Что касается линьки, то она у немецких догов умеренная. Из-за достаточно больших размеров немецких догов трудно купать, поэтому регулярные осмотры лап, ушей, зубов, глаз и когтей необходимы для поддержания внешнего вида питомца в хорошем состоянии. При наличии загрязнений глаза и уши этих собак обязательно нужно чистить, а лапы мыть. Также важно не забывать регулярно чистить представителям породы зубы и стричь когти. Немецкие доги плохо переносят резкие перепады температур. Специалисты рекомендуют оберегать этих собак летом от перегрева, а зимой от долгого пребывания на улице. В холодную и влажную погоду также важно следить за тем, чтобы представители породы не сидели долго на земле. Питание немецких догов должно быть сбалансированным и разнообразным. Специалисты рекомендуют кормить этих собак 2 раза в день, утром и вечером. Также важно следить за тем, чтобы у представителя породы всегда был доступ к чистой, свежей питьевой воде. Из натуральных продуктов немецким догам больше всего придутся по вкусу рис, курица, индейка и нежирный творог. Таковы главные нюансы содержания немецкого дога. Помните о них, желая завести себе представителя данной породы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!